Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юля и Мишка. Всем привет! Игра под названием Honor Raid, интересная игрушка, которая совершенно бесплатная. Здесь очень много режимов, очень красивенькая такая милашная графика. И как обычно она на двоих, да. Нас очень даже радует. Можно сказать на троих. Здесь куча героев, смысл такой: можно ходить на разные рейды, на разных боссов, проходить кампанию, сражаться между другими игроками, открывать новое оружие. Короче, возможности здесь дофигища. О, я возьму вон там хитрый. Это самая первая карта в компании, где нужно будет завалить какого-то мини-мини-босса. Я взял такую, да, девушку, которая вблизи из дроба неплохо так стреляет. У всех героев... Да-да-да, ну такой брутальный мужичара. У всех героев есть три навыка. Например, у меня есть такой бета-ранг, что ли, если так сказать. Ну да, также ловушка. Шмаляет, он потом возвращается и еще раз, да, как урон. Бы. Также у меня еще есть ловушка. А. У Юли, Юль, какие у тебя там навыки? У меня, короче, Юля! Я могу исцелиться. Ага. Сейчас. И я как раз жду, пока у тебя, иди наверх, иди там, как его, он... Аптечка? Да-да-да, возьми. Да я уж все, я сам исцелился. А-а-а, тараканы! Блин, я батаранг плохо использовал. И, короче, у меня еще штука, которую я запускаю на правую клавишу. Она, короче, летит вперед и наносит урон. Блин, слушай, сильно меня атакует. Я очень слабый, на самом деле, герой. Но зато чем ближе я нахожусь... Так, нам наверх, может, надо, нет? Нам, на самом деле, вперед надо, если что. Так что, Юль, всё, я жду тебя в этом секторе. Вот, мы дошли до босса, сейчас нужно будет завалить. Так. Вон он снизу, вот этот маленький таракашка. Ну, как сказать маленький, это предательски маленький. О-о-о-о-о! Ой, блин, зря, Юль, я поставила. Нужна твоя помощь, нужна зря твоя помощь. Поставила. Так, а, нет, не я зря. обхожу. Блин, не вовремя. Давай атакуем вдвоем. Так, у меня есть навык, чтобы быстро атаковать. Все, сейчас мы его зарядим, посильно. Ну давай, зажим. Куда он пошел? Да, все. Блин, ну он попади уже в него, он валит. Все, Юль, все, короче, да, победа. Это я, как его, изобразил звук сгорания этого жука. Собственно, после того, как вы победили, показывается, кто Юля лучше себя проявила. Идет далее прокачка, что приятно, вся игра на русском языке, здесь русская озвучка, вот все карты, которые вы будете проходить. Я сейчас вернусь на наше место. Смотрите, вот все персонажи, которые на данный момент есть, они открываются там каждые 3 дня, разные даются. В данный момент у меня есть танк, ну и у Юли, по-моему, также, да? Да. Так, смотрите, также. У нас сейчас одинаковые, как бы, персы. Все верно, ну, которые доступны. Можно менять оружие, то есть вы его открываете. Как вы открываете? Иногда в боях вам даются такие шкатулки, ящички, чемоданчики. Вы их открываете, вам дается несколько предметов. Вот смотрите, о, вот мне данные мадамы дали новый костюм, например. Какая-то еще... И вон еще, смотрите, для вон еще облик. Мне дали для моего не особо. То есть случая. Я, в принципе, возвращаюсь на место, и, как видите, могу, смотри, Юль, теперь я вон выглядел так, теперь выгляжу так. О, облик, ну, кстати, еще блин, дает прикольно. Скорострельность, урон дробовика и к защите, то есть, ну, в принципе, лучше я за нее сегодня поиграю, как следует. У меня, короче, сменился навык, попробую новый, короче, вместо вот выпускающегося прямого урона будет кидаться бомба, если что. Да, в общем, смотрите, теперь мы пойдем на босса рейды, здесь есть куча всяких различных боссов, как видите, у них свои биомы, вот. То есть это просто жесть. А вот такого-то сначала попроще. Мы только его. Причем это только одна планета, еще есть другая планета. Представьте, сколько. То есть есть чем, в принципе, позаниматься, поэтому я выберу самого первого босса. Короче, я тоже жму. Да, на рейды вы можете ходить втроем. Также я так прикольно перезарядилась. Есть ежедневные задания, которые вы будете выполнять. Ну, я думаю, готовы мы атаковать. У меня у этого персонажа ауе, есть еще, так скажем, дробовик и костюм. Надо было показать, насколько эпично у Юли перс выглядит, когда шмотки меняются. Ну, я думаю, еще будет такая возможность. Собственно, в самом начале показывается босс. Вот он, и да. Пишется, какие у него, ну, как сказать, приемчики. Характеристики, понятно. Собственно, у этого, ух ты, блин, у этого босса, как видите, есть щит нифиговый. Блин, давай его обойдем. Слушай, я глупо поступил, на самом блин, деле, пошел. Блин, кинула бомбу, да, он и слинял. Он нас сильно есть так заставил. Сверху, так, сверху я пошел есть. За аптечкой, я пойду обойду. Его, в общем, нужно обманкой, на самом деле. Вот эти, кстати, линии, это прыжок. Также здесь можно спускаться по локации. Юль, я слишком думал. Блин, сильно. Меня сейчас убьют, надо слинять куда-нибудь. Слиняй, Юль, я просто решил. Во-во-во. Блин, я слиняю, он за мной. Я его сейчас. Вот где он? Ага, вот наверху, по карте. Наверху. Тут есть интересно где-нибудь аптечка. Аптечки пока не вижу. Блин, он прям на меня. Он еще выпускает. Фу, хорошо, что у меня перс хилится. Да-да-да. Блин, я его не могу. Он как будто меня избегает на самом так, деле. Так, сейчас я за ним отправлюсь. Так, стой. Ага, фигу тебе с маком. Надо как-то его размудить, Юль. Он как хорошо спиной встал. Я ставлю в ловушку его. Блин, он дроидов еще выпускает. Ай, блин, ну. А
я только... Только за ним завали. Вон, кстати, хилка появилась. Я уж бери, возьму. бери, конечно, тебе так, нужны. Надо мудить его, надо мудить. Юля, у тебя дальняя атака, тебе легче как будет. Как-то дальняя. Есть бумеранг, у него точнее, у него щит отключился. Давай, давай, давай. Начинаем его, короче, лупиндить. У него как раз щит с той стороны. Так. Ай, все, короче, давай, за давай, ним, давай, за давай, ним давай, 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 охотимся, охотимся. Блин, где слушай, он? А тут самый низ спустился. Опа, 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 он какие-то еще тоже выпускает навыки. Опа, притянул. Юля, здесь щит с этой стороны бестолку. Я бестолку. Пытаюсь это как сказать. Ай, да что? Блин, у меня этот персонаж. Мне вообще крайне неудобно ей сражаться. Сейчас, потому что нормально она... все будет. Он еще каких-то чушков выпускает. Я сдох. Юль, уходи, 10 секунд тебе нужно продержаться. Все, но я тогда не буду нарываться. Убегай, сейчас. Убегай, вон. Так он сам от меня ушел. Там есть. Ну, замечательно. Блин, у меня мощно убил дрон. Все, сейчас я жду тебя, прям жду. Все, ты появился? Да, я появился, он уже на меня, он собирается атаковать. Так, где этот персонаж? Блин, я иду к он какими-то ракетами нехило так валит. Все, я к нему уже. Блин, я только за ним, он от все, меня. Все, я подошел. Давай, 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 Юля. Отлично. Блин, сейчас. Блин, вот черт. Пёс. Мне кажется, твоя ловушка здесь не особо. Блин, как он хорошо в разные туда, стороны двигается. Туда, сюда. И не забывай, что он мощную атаку может такую впилить. Я снизу его порублю, снизу не срубается. Давай, давай, я подвлекаю, подвлекаю. Все, у него отключился щит. Начинаем, начинаем, начинаем. Так, блин, мочи, 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 мочи. У тебя какой-то ай, странный яй. Огнемет. Все ли в порядке? Возьми не еще знаю, хилку. Не знаю, не знаю. У меня так. Не надо хилку. Щит Миш, ставлю. Я могу самоизлечиться. Так что ты, если что, еби. Блин, бумеранг я не вовремя выпустил. Все, сейчас перезаряд. Дрона, бочка, замочи дрона, дрона, блин, дрон. Бочка, точнее, бомба. Вали его. А, тихо. Ай. Это сильный заряд. Нужно быстренько тихо. Перебежать. Быстренько перебежал, все, я с той стороны. Чем ближе, тем сильнее буду его атаковать. Сейчас, так. Может быть, ага. Попаду. Размуживаем, размуживаем, размуживаем. Давай, 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 давай. Сейчас я еще сильнее. Нет, бомбу в него. Давай, он валит, он уже о, чувствует. За что ним, мы его... за ним погнали, короче. Слушай, а тут интересно. Да, размужит, то есть прикольно. Очень долго, в принципе, еще маленький валит боссов. Мини-боссик такой. Так, типа. Все. Ай, блин, не на не него, сторону. Если что, совершенно не действует моя штука. Так, надо оббегать его срочно. Я боюсь к нему. Лезть. Все, но у него осталось. Почти треть, так что мы его сейчас довалим, не переживай. Все, идем. То есть босс это реально рейд, и скорее всего здесь лучше всего втроем на него ай! Атаковать. Так, он дрона выстрелил, но его завалил. Не-не-не, дрон, ах, меня как следует дрон задел. Так, выходим, выходим, давай-давай, оббегаем. Здесь какая-то штука, какой-то непонятный этот билист. Я отхожу, я отхожу. Я валю, блин! Я валю, короче, нафиг. Фу, хорошо, что я могу самоисцелиться. Так. Вот реально, меня это спасает очень сильно. Полезно. Значит, навык. Я бы уже сдохла, вот серьезно. Вот это... Ай, блин. Блин, он со всех сторон начал, короче, свой атак. Надо дрона вываливать. У тебя атака тоже ближняя, у нас не сбаланс. Я в следующий раз лучше возьму пулеметчик и танка. У него хотя бы, как сказать, куда он делся, дальняя атака. Пёс. Он здесь. Так, я врубил быструю атаку. Юля, осталось чуть-чуть. Осталось. Забегай за спину. Ох ты, нифига себе. Ну тут разбомбился. Так, я сейчас мне этой штукой. Скоро каю. Так, он прицелился. Ага. Все, ты... сейчас я восстановлю себе здоровье. Да, он сейчас пойдет, Мишка, он беги пока... от него, беги. Нормально, беги, беги. Он от меня убегает. Вот сейчас наверх. Осталось ко мне. Чутка, давай он добиваем, ко мне добиваем, прибрется. Добиваем. Он здесь, я он жду здесь. Его. Давай, сейчас включаю, он наверх пробежал. Все, буквально ой, чутка. Козел, мелкий бот, я сдохла. Да, Юль, держись да. Тогда, держись, держись, держись. Это ты держись, Мишка. Сейчас я его добью, добью. Ничего аккуратно. Страшного. Так, блин, он меня в углу зажал. Все, я возвращаюсь. Сейчас я его завалю, завалю, завалю. Я бегу. А, он начал, все. Юля подбежала вовремя. Ну, блин. Все, завалил я этого пса. Ну, точнее... Чувствую, в этот раз Мишка себя лучше проявил, чем сейчас я. Сейчас посмотрим, это еще не факт. Я прям зажарился. Юля, кстати, больше, можно сказать, получила. А за счет чего, интересно, почему? Или просто по списку? Не, это по списку, я зелененьком, я ей больше урона. Ты больше, конечно, больше всего. Так, здесь еще дается прокачка героя. Так, вон мне дали костюмчик, выполнен, 1000 золота дали. Да, мне так, тоже. Открою, посмотрю, что же мне дало. Посмотрим, мне что здесь. Дали. Так, металла даются. За металл вы открывать можете, по-моему, оружие или еще что-то. Надо, короче, посмотреть, что здесь. Еще, можно сказать, не совсем во всех нюансах разобрались. Здесь еще есть навыки. Навыки можете менять. Ну, что-то Юля хотела сказать. Тут как-то интересно. Даются порой те штуки открывать, которые у меня уже есть. Да? Да. Так, вот есть у меня еще новые навыки, например, можно сказать, неуязвимый персонаж становится, и ему будет хоть бы хны. Вот я хочу взять этого персонажа, у него у меня о-о-о. Уже вот такой открыт прикол. Ты покажи, кстати, моего. Да, вот Юлин персонаж, и все у него костюмчики выглядят очень эпично, например, так, 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 и так, и особенно о-о-о, круто вот то... этот. Ой, выглядит. Да, ну, очень и вот классно, этот. Слушай. Ну, так блин, что копить. У каждого персонажа есть свои костюмы, они уникальные, прикольные, то есть
есть. Чего только здесь нет. Такой черт вообще. Даже есть чисто ближнего боя перс. Видал белый такой свитер. То есть разрабы постарались. Возьму теперь вот этого персонажа, тем более... Давай пулеметчика. Я могу даже перековать предметы, новые свойства будет у него, но, в принципе, сейчас я этим заниматься не буду. Ладно, может быть, попробуем... Кстати, интересно, открылись ли у нас новые какие-нибудь боссы? Нет, новый босс не открылся, так что, ладно. В общем, можно, например, еще сразиться просто с игроками, попробовать. Так. И что из этого будет? Как это получится? Ты готова? Да. Давай, просто я жму готовность, потом Юли, и мы, собственно, заходим в рейтинговую игру. Там бывает захват флага, по-моему, дезматч и захват точек, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас идет время поиска, подбора игроков, посмотрим. Если не получится, то зайдем в практику. Там, в принципе, то же самое, только с ботами. Так, ребят, решили мы все-таки проходить кампанию. Если хотите увидеть мультиплеер, то, может, как-нибудь в следующий раз его попробуем. Да. Там действительно много... всяких уникальных режимов. Также я немножко ошибся, хотел сказать, что каждого героя персонально какое-то время дается. То есть, например, этот персонаж мне доступен всего, как видите, один день, этот да, шесть дней, этот три дня. Но я возьму вот этого персонажа, я уже могу его разблокировать, но, естественно, я этого делать не буду. Юля, жми играть, так, и мы пойдем на следующую кампанию. Погнали. Что интересно, просто хочу отметить, что в режимах мультиплеера действительно не только дезматч, всякий захват флагов и точек, а если, например, там продержать сферу у себя как можно дольше. Да, или кристалл захватывать пособирать. И относить. Ну что, Юль, я, наверное, как танк пойду вперед. Давай. Так, давай. Мы должны волны монстров выдержать в этой карте. Как видите, здесь тоже не просто проходить. Слушай, какой бычар-то. Ой, козлина. Так, не... ну, интересно, что даже компания своеобразная. Так, у меня есть вот этот щит полезный. Слушай, Юль, меня... прикинь, меня тебя как... завалили? Ага, как лошка. Держись давай. Точнее, чего? Так сказать, быстрее. Ожидайте прохождения комнаты. Юлия, эй, да понимаешь, чего? Вся надежда на тебя. Если тебя сейчас запинают, то тебе капец. Точнее, всей нашей команде. А сколько мне надо продержаться? Тебе осталось две волны всего лишь продержаться, поэтому хилься по полной. Не держи. Не могу пока, подальше. Погоди. Выпрыгивай лучше нафиг отсюда. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот так, да. Перемещайся и стреляй по ним. Стреляй. Блин, сколько у меня долго будут еще восстанавливаться? Хорош, Ай. Хорош. Еще одна комната. Ищи где-нибудь прямо. Иди, пройдись прямо. Иди вперед. Сейчас, может... погоди. Лишь бы не убили. Надо. Вот, давай иди вперед. Прыгай. Ты не останавливайся. Я пытаюсь похилиться. Захилишься, тебе нужно убежать от них. Зачем ты вокруг них добегаешь? Беги нафиг. Беги, вот беги. А, здесь тупик, все. Да, тут карта-то небольшая. Я не видел. О, все, короче. Мне кажется, нужно уже воевать. Ой, блин, черт возьми. Это ради этого мы сражались. Так, погоди, дай я посмотрю, что у меня левый шифт дает. Так, стрельба из пулемета не расходует боезапас. Все, понял. О, слушай, без прикольно. Перезарядки. Угу. Так, я лучше займу какую-то определенную точку и буду фигарить. Я же далекий перс, по сути дела, поэтому могу издалека. Юля, ты уже в бой пошла, что ли? Да, конечно. Граната! Блин. Я что, просто гранату использовал? Блин, ну сорян. Так, ставлю щит. Станю. Давай. Ставим. О, отлично, я прям в него попала. Блин, мне надо подкинуться. Отойди, я буду стоять впереди. Так, блин, зря перезарядку начал. Где они? Где, чуваки? Девочушки. Может, мне тоже надо снизу, типа, тусоваться? Я без понятия. А где они, кстати? Реально, я ни одного перса не вижу. Что случилось? А, вот они. А вот он. Щит ставлю. Вылез, а что не блин. Блин, как тяжело им прицелиться, кстати. Своеобразно у него прицеливание. Это точно. Так, ставлю щифт. Щифт. Бомба! Ес! Давай. Сейчас еще нормоз, этим. Все. Нормоз. Слушай, ну вдвоем-то намного легче, да, конечно. Да, покрепче. Так, вон еще грену сверху. Бросай. Блин, грену плохо. О, не, неплохо, слушай. Случайно блин, отскочилась. Ну, моя штука не вовремя. Так, нормально, все, нормально, сражаемся. Держись до конца, братишка. Сейчас все завалим. Давай, тут надо войти в роль уже. Да блин, сопля, куда ты пошла нафиг, а? Иди сюда, блин. Блин, сейчас этой штукой, все. Замечательно, я готов. А, все. О, победа! Ну так-то вообще мы на изи просто. Это вот карта вообще разнесли. Короткая была. Так, у нас вот на этой планете буквально осталась одна карта. Все, у нас еще персонаж открывается. Все, я тоже теперь могу разблокировать героя. Короче, давай сразу же найдем на следующую миссию. Давай. И жми Юлю играть. И у нас откроется на этом мире еще босс. Посмотрим, как с ним мы сразимся. Это на самом деле прикольно. То есть здесь еще меняется антураж. То есть не приезд вот эти все задники. Все время будет что-то изменяться. Ну что, поперли? Я только не прочитал. Да, короче, нам сейчас опять надо зачистить. Насекомых. Ох, нифига себе. Ой. Слушай, надо грену бросить. Блин, Юля, ну выскочила. Конечно. Грена помогла. Блин, они за мной. Юля, ты что, жива? Я пытаюсь подкинуть. Жмут.
Блин, трындец, меня сейчас тараканы расстреляют, все. Мишка, нет. Все, аккуратно. А, ты выжил. Да, я выжил, все в порядке. Ладно, погоди только немножко. Если что, кстати, хочу сказать, что у нас сверху находится вот эта длинная полоса, это щит, а снизу это жизни, вот эти кубики. Блин, и он стреляет уже, этот дрон. Бери скорее. Да-да-да, беру, все, я его выпердил. Это контрольные пункты, если что, аура. Так что, блин, Юль, давай вот аккуратнее. Попытаюсь, давай, может не даем, поможет. Не даем. Издалека, блин, мне хорошо. Да вообще перезарядка. Все, вынесли. Хорош. Юля прям одним персонажем уже привыкла играть, замечательно. Так, ай, какой-то пес по нам стреляет. Мочи вот этих псин, все, замечательно. Бери хипы, если надо. Да, я взял, да-да-да. Она хипы заодно повышает еще этот, как его, щит. Да что такое? Ай, блин, что-то я не могу. Здесь двойной прыжок, да, ведь есть? Да. Или нет, или просто под углом мы смогли залезть. Так, я пошла наверх. Хорошо, я щит сейчас включу. Ага, все, замечательно. Так. Бери, если надо. Грену бросай. Е, как четко. Ох, вот и четко вообще. Мощно. Да, мне сейчас, а это что такое, как будто пук. Если понадобится хипы, бери. Да, у меня уже все восстановилось. Если что, будем знать. Так, стоп. Нам в другую сторону. Мы же сюда, вон они приперлись. Они как раз хорошо на тебя агрятся. Блин, сзади еще это одни псы. Точно, я так, согласна. Я включил суператаку. Они что-то против меня имеют. Так, нам сюда вниз, Юля. Так, я возьму хилку. Так, замечательно. Бери. Слушай, карта какая крупная. Да, да, кстати, слушай, хочу сказать еще прикольный момент, что все карты, если вы будете заново их проходить, они генерируются с нуля. То есть каждый раз будет прохождение отличаться. Пошли, Юлек. Все, потратила только. Напрасно. Все, сейчас закроется, сейчас что-то будет. Нас может, мини-босс. Ага, три волны здесь боссов будет. Ай, блин, я башку опять треснула. Не прыгай, кстати. Вот здесь... там есть еще хипы, Мишка, снизу. Где? Снизу? Снизу. Сейчас, погоди. Он быстрее, налево. Бегу. Но я медленный, я очень жирный медленный. Блин, достал это букашкой. Да блин, а почему ее не пробивается через эту штуку? Все. Козлина, не помню. Одна волна лишь завершена здесь, кстати. Ну что, вон, сверху и снизу, на самом деле. Где? Я бы Грену бросил. Блин, ну он слабый, на самом деле. Блин, дрон. Перезарядка. Где там еще где-то? Слушай, во, на карте бы показывали. Грена. Все, отлично. Замечательно. Еще последняя волна осталась. Вот, чушила какая-то. Все, готово. Где-то еще должны быть. Вижу. Вон, сверху, опять же дроны пошли. Во. Сейчас мне хорошо, что мне не нужно. Блин, перезарядка. И у меня тоже самое. Все, готов. Где-то еще все, я видел. Все, походу, молодцы. Победа. Отлично. А знаете, что я решил? А босса мы потом попроходим. Че сразу-то все по-крупнику-то? Если вам интересно будет, это такая, как говорится, затравочка. Да. Мы попроходим игрушку. Но на данный момент, мне кажется, мы показали все самые интересные элементы игры. Она действительно очень заслуживает внимания. Реально бесплатно. Поиграй с друзьями, приятный графон. Действительно, боссы. Посражаться короче, друг с другом. Много раз. Три в одну. Да тут дофига. Дофига. То есть и герои. Че только не. Ну реально, наконец-то есть достойные проекты. И на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.